Управление государством зависит от подбора мудрых людей, сказал Конфуций. И этим подбором необходимо заниматься тогда, когда эти люди пребывают еще в юном возрасте, чтобы в дальнейшем помочь им набраться недостающего опыта и чтобы к власти пришли готовые управленцы. Деловая игра «Депутатом быть непросто» позволила студентам сельскохозяйственного техникума, медицинского и электронного колледжей разобраться в тонкостях предвыборной гонки, помогла научиться составлять свои программы, создавать проекты, общаться с людьми, которым предстоит их выбирать в дальнейшем. Таковы сложные правила этой игры. Главная задача в том, чтобы они поняли, что активная жизненная позиция – это необходимость, и без их решения в дальнейшем, без их участия в избирательном процессе вряд ли будет решаться будущее страны. Что требовалось от ребят? Составить свою программу и умело ее защитить, возможно, используя при этом какое-то нестандартное решение давней городской проблемы. Для удачного выступления на игре студентам пришлось подробно познакомиться с нуждами Кузнецка, изучить вопросы социального обеспечения, экономики города. Учащихся медицинского колледжа, конечно же, волновала тема здравоохранения. Девушки представили подробную программу под названием «Здоровая нация», в которой осветили, на их взгляд, все сферы медицины Кузнецка. Снабдить все лечебные учреждения города Кузнецка автомобилями, в которых находится все оборудование, предназначенное для оказания первой медицинской помощи. Таким образом, мы сможем снизить смертность на дорогах, оказав как раз первую медицинскую помощь. В чем-то, возможно, предложения участников игры наивны и неосуществимы, но положительный момент здесь, несомненно, есть. Наверняка не из всех этих ребят в будущем получатся депутаты, но то, что получатся неравнодушные городским проблемам люди, это однозначно.